Уважаемые наши дорогие подписчики, садовод рулит. И, конечно, мы все равно остаемся на связи. Независимости нет каких преград, потому что у нас их нет. Всем желаю доброго процветания, хорошего настроения и крепкого-крепкого здоровья всем вашим близким и вам. Будем работать, будем одеваться и будем стараться вас радовать. Вся контактная информация, конечно, сейчас Инстаграм у нас куда-то пропал, не обращаю внимания. WhatsApp пока работает, номер телефона тоже, да, контакт. И подписываемся, все подписываемся на Яндекс. Дзен, садовод рулит, да. Садовод рулит, потому что мы будем рулить и продолжать всегда вас радовать. Девчонки, мы находимся в одном из наших любимых контейнеров с шикарными мультяшными произведениями искусства, с прекрасным люксовым качеством товара. Это подтверждено уже всеми получателями. Это спортшик тема, да? Мы предыдущий раз, кстати, извиняюсь, в каком-то предыдущем эфире обещала вас порадовать некоторыми моделями специально для подписчиков. Садовод рулит. Сделаем флешмоб для поднятия настроения в нынешнее время. Смотрите, сейчас буду показывать модельки. Разные принты. Качество, обещаю, это трикотаж. Тонкий, хороший, не просвечивающий. Качество люкс, фабричный товар. 46 до 54 в посадке. Различные расцветки. Модели есть с капюшонами и без. Для подписчиков, для тех, кто немножко уныли. 1800. Нет и не будет таких цен. Но для вас, конечно, мы сделаем. Для того, чтобы вас порадовать. Здесь, конечно, везде имеется. Смотрите, следующая цветовая гамма. Есть бирюза шикарная. Есть нежно-фиолетовый, есть мой любимый графит, который я всегда говорю, и есть сочный винный цвет бордо. Практически в каждой модели, что буду показывать, есть вот такая цветовая гамма. Но я всегда говорила, в этом контейнере, и кое-где есть черный, если нужно, есть гуфи, смотрите. То есть покажу быстренько принты, смотрите по обзору. Вот эта моделька новая появилась. Вот это шикарно работает. Да, вот этот наш любимый кот мы показывали. Вот эта шикарная востребованная модель, комбинированная с капюшончиком. Мишутки. Посмотрите предыдущие эфиры. У меня была прекрасная модель Ирина, которая на себе демонстрировала абсолютно. Практически мы комбинировали даже костюмы для вас. Поэтому это все весенняя коллекция. Кому что надо, пересмотрите, мы там все показываем. Вот показала вам такой принт. Это может быть... Вот это все, что вам показываю. Сегодня специальный эфир для вашей радости. Чтобы вы там на нас не бузили. Есть вот с Томми Джерри. Одевайтесь мультяшки, носите комфортную одежду. Поднимайте себе, создавайте настроение. Другого выхода у нас нет, ничего. Мы не такое брали и переживали. Давайте дружить, жить мирно. И выглядеть ярко и стильно. Кому что нравится, сделайте скрины. Просто показываю принты, потому что, говорю, как-то в одном эфире обещала. Но, к сожалению, обещание не сдержала. Все вот так на спинках одинаково, да? И с капюшончиками вот эти моделечки у нас идут. Так, есть вот какое... То есть по цветовой гамме я показала. Это 5 цветов имеется в наличии практически в каждой модели. Есть вот такие принты. Пожалуйста, что кому нравится. 1800, девчонки, мультяшки. Качество, люкс. Супер, специально для вас. И я сейчас покажу быстренько модели без капюшончиков, кто не любит. Смотрите, какая шикарная отделка. Пошив. Вот, рукав. У кого длинная ручка? Сейчас все очень актуально. Подтянули 7 восьмых. Все прекрасно, будем выглядеть всегда на высоте. Сейчас я отсюда быстренько. И вот, допустим, вот такие принты, смотрите. Цветовая гамма. Бордо шикарный, белый всегда нужный. Есть где-то черный. Мой любимый графит. Бирюза. И что у нас там еще имеется? А, наверное, все. И есть вот такая еще моделечка. Одна тоже с капюшончиком, смотрите. Просто обычная, без всего лишнего. Тоже, я говорю, везде цветовую гамму мы показали.
специально для вас от Садовод Рулит и от нашей дружной компании, чтобы принести вам радость в эту жизнь. По эфиру, смотрите, говорю, все вот это мы снимали, это все шикарно. Выбирайте, что вам нравится из принта. Шикарный, да? Ну, вот это любимый. Вот это я уже показывала не раз. И вот такие мешутки, кстати, всегда очень хорошо работают. То есть быстренько сейчас по эфирку пробежимся. Это все мы для вас уже снимали неоднократно и с примерками. Смотрите, кому еще кто не успел на весну. Шикарные кардиганы. Есть на пуговицах, есть на замочке, да? На баечке, трикотаж, трехнитка. Качество люкс, обещаю. Это уют, комфорт, стиль и ваша красота. Теперь хотелось бы показать. Смотрите, наличие ассортимента джинса громадное. Вот это все мы снимали, показывали. Смотрите, эфиры. Это актуально на сейчас, осень. Ой, весна. Сейчас получили так. Ну, чтобы так совсем не убить вас красотой. Ну, а что нам делать? В общем, для любителя экстравагантности. Это очень стильно, кстати, модно. Это хлопок джинса. Правда, они идут до 54-го, 46-го. Это хлопок. Это прям на лето. Длина здесь будет середина икры. То есть не пугайтесь, это не полноценная длина. Здесь цена, даем 2500. Очень любят. Ну, опять же, показываем, потому что я знаю, что среди даже моих клиентов, моих любимых друзей, очень много кто любит данную тенденцию. Ну вот, он шикарный Микки Маус, и почему бы и нет, и вот мы можем такого Дональда к себе позволить. Это по принтам яркости. Теперь перейдем к джинсам, которые, вот, смотрите, тонкий-тонкий хлопок. В лето сама ходила, то лето, ну, ношу эти джинсы, не жарко, уютно, комфортно, хороший, прекрасный эластан. Вот эта моделька, допустим, вот классика, да, и сзади смайлики, здесь легкие потертости. 48 до 60. Были все джинсы 3200, 3500 всего лишь подняли. Это смешно, и даже не будем мы с вами ни о чем ругаться. Есть вот такое, все нашито, ничего с этим не случится. Тонкий-тонкий, классный, супер по качеству хлопок. Это вот моя любимая модель, в которой я щеголяю, взяла себе на запаску еще 3 пары. Где-то вот эти потертости немножко могут порваться, не изменит. Немножко сексуальнее мы станем выглядеть в этих изделиях. Хорошая длина, даже на мой рост сильно подкасано смотрится. Кому надо, до 1,74 м хорошо садится. Так, и есть, это может быть вот такая моделечка, вот. Микки Маус впереди, красавчик. То есть вот пока летнюю получили, ничего такого изысканно вычурнутого, да, то есть, но при этом все стильно, с какими-то правильными элементами, которые мы все любим. И тем более вот этот цвет, светлые джинсы, очень приятно, всегда нас радует. И есть ваши любимые кюлоты. Пожалуйста, то есть здесь тоже все до 60-го. Ну... Милая дама, мы не против ничего, но здесь бы я бы уже немножко аккуратничала, да, чтобы мы, не дай бог, не увеличили свою фигуру. Конечно, как всегда, быстро покажу пару моделей. Все у нас есть, все будет выставлено в Телеграм, ВКонтакте у нас имеется. Вот, смотрите, ярко-сочно-желтые, все весна, хлопок, двухнитка, шикарное качество. Хотите, где-то манжетик, где-то резиночка, где-то просто прямые. Тоже снимали, естественно, мы про все это эфиры. Цвета разные. Есть черные, фиолетовый. Есть они вот в желтом, допустим. Вот любимая модель уже всеми. Мишутка. Наш Мишутка, который мы можем подобрать и скомбинировать вам костюмы. А, вот он, красавчик в красном. Извиняюсь, если где-то что-то помято, не тутюженное. Значит, только продавали. Есть... То есть подобрать и помочь вам с выбором мы можем всегда, да, где-то вот. Это может быть вот все вот так. Все имеется, смотрите, штанишки оверсайз, 122 максимально по объему бедер.
То есть, ну, до 54 будет сидеть по фигурке. Абсолютно вас не испортит. 46 будет в свободном виде, как бы. Что, кто, как носит, уважаемые наши любимые. Пожалуйста, пишите, звоните. Есть у нас и шоколад, есть и горчицы очень много. Но солнечного цвета, конечно, весну мы все жаждем и хотим. Поэтому смотрите предыдущие эфиры. Джинсы показывали вот эти все. Все шикарные, все актуальные джинсы сейчас. 3500 подняли. Просто символически для улыбки. Теперь хотелось бы показать. Смотрите, есть у нас вот такие комбинезоны. Это штапель. Для наших стильных, смелых дам. Для комфортности и дышащести. Смотрите, они есть в расцветках. Вконтакте. Сегодня-завтра я выставлю все комбинезоны. Смотрите, девчонки, вот эти все мы показали вам, расцветочки разные есть. До 58-го. Супер сидит, мега стильно. Не смотрите на ростовку даже, потому что, если говорю, это будет середина икры, это точно так же будет в лето выглядеть актуально, стильно. То есть есть у нас вот такие виды комбинезончиков, да? Это штапель хлопок такой, скажем. Есть у нас вот такой тонкий трикотаж, веселый смайл или в буквочках. То есть вот эта моделечка идет тоже, видите, да? То есть приспущено, все как надо, мега стильно. И здесь, с капюшончиком. И с капюшончиком здесь до 56-го размерчика. В 48-м тоже будет, все прекрасно знаете, кто носит этот стиль, объяснять не надо, будет сильно. Вот эти идут до 52-го. Здесь потому что есть у нас фиксированные какие-то части, которые, чтобы правильно и красиво сидело, до 52-го полного. Вот эта модель у нас идет. Вообще мега вау стильно. Вообще, ну, то есть все, что только сейчас. Попробую, ладно. Сзади, смотрите, единственное, есть вот здесь еще один карманчик, да? Угу. Вот, впереди. До 58-го полного можете приобретать тонкий хлопок джинса в лето. Вот он сам ко мне в руки, спрыгну, чтобы вам больно, более подробно показать. Смотрите, шикарные модели. Специально сегодня вот получили комбинезоны. И слава богу, благодаря Садовод Рулит мы можем вам донести вот эту красоту. Вот эти, смотрите, до 56-го тоже все комбинировано. Все мега стильно. Тонкая-тонкая джинса с эластаном, в хлопок. Но, тем не менее, чтобы красиво и правильно село, до 56-го. Марин, это получается в одном размере, да? Да, это все оверсайз в этом контейнере, все оверсайз. То есть, в принципе, ну, здесь 46, наверное, будет большевая, да, но 48, так как есть вот эти всякие моменты, да, абсолютно, кто носит, кто-то очень любит свободное, кто-то позволяет себе носить по фигурке, поэтому мы вам рассказываем, а вы уже только сами определяете, как вам будет комфортно. И цена вопроса. Так, цены, значит, все комбинезоны отдаем, пока отдаем 4500. 4500 для комбинезона, полноценный образ в лето. И штапель джинса. А? И штапель джинса? Штапель узнаю, честно, цену не знаю, потому что только сегодня повесили. Хорошо, возможно, штапель будет чуть-чуть дешевле, по запросу, что вам дадим всю информацию. Еще раз обращаю внимание, девочки, милые, дорогие, на футболки. Мы их снимали. Есть целый ролик именно по футболкам, потому что это сейчас максимально актуально. Вот наши любимые лисички. Вот наш мега крутой медвежонок радужный. Вот он этот вот с пупырками на носике. И вот такой, то есть все, что со стразами сейчас отдаем, были 1800. То есть опять же мы подняли катастрофически аккуратно цену, которая никак не должна повлиять на ваш выбор. Вот все, что без трасса, вот эта модель очень пользуется спросом, почему-то полюбилась она всем. Эти отдадим вам 1500 просто с рисунком без страз. То есть есть вот без стразиков, есть вот такие моделечки. Посмотрите ролик, мы подробно снимали. Эти вот, которые, это плотная тканька еще, хлопочек, да? Что мы подробно рассказывали, посмотрите, целый ролик мы посвятили, потому что сейчас мега актуально. Качество люкс лучше на Садоводе, нашим любимым, по качеству не найдете. Единственное, обращаю ваше внимание, по объему груди 122.
кто любит позволять себе носить по фигурке, то есть это где-то можно одеть еще 54-56, кто как любит. В основном до 54-го, 46-го абсолютно это все будет красиво. Вот ходовая моделька «Любимый зайчик». Вот мы показывали этих красивых мишуток. Вот они, стразы. Мега круто держатся и будут вас радовать. И будут сверкать вместо солнышка для вас. То есть, пожалуйста, вот приобретайте. Сейчас покажем. Вот смотрите, это хлопок с эластаном. Супер-мега качество. Только топовые модели, потому что мы снимаем вместе «Садовод рулит». Показываем все лучше для вашей радости. Посмотрите обзор, если кому интересно, говорю. В общем-то, новинки мы сегодня опять прибежали, вам показали. Бегаем вот так. Опять же, стараемся для вас. Любые модели, которые у нас появляются, чтобы вас порадовать. Порадовали и ценами. Покупайте. Вон сегодня мы вам строили мега хитовую именно для подписчиков «Садовод рулит». По 1800 бомберы отдаем. Супер качество. Футболки тоже практически оставили в той цене. Шикарные комбинезоны, кто любит. И, естественно, свитшоты и бомберы, которые мы показывали. Плюс джинса, которая в хороших, прекрасных размерах сидит и будет вас радовать по, скажем так, посадке и, ну, в носке. Поэтому, как всегда, мы рады были вас видеть, вернее, слышать вы нас. Пишите, звоните, мы всегда для вас на связи. Здоровья всем крепкого! Давайте все наши невзгоды постараемся пройти дружно и с улыбкой, потому что все равно будет хорошо. Всем пока-пока. До новых встреч. Спасибо, Марин. До новых встреч с новой коллекцией.